Приветствую, друзья! Всем добра! Расскажу, как из известного в интернете запроса документов о полномочиях судей сделал оферту для судьи. Многие люди делали просто запрос документов, но сейчас переделал ее в оферту. Вот, смотрите, какие изменения в документ внесены. Вместо слов «требую» или «прошу» пишем «предлагаю предоставить». Далее, пока все без изменений, предлагаем предоставить с целью подтверждения полномочий. Документ, подтверждающий гражданство РФ, диплом о высшем юридическом образовании, трудовую книжку со стажем не менее 5 лет, документ, подтверждающий факт о возрасте на момент вступления в должность, указ о назначении, который, естественно, никем не подписан. Документ о назначении судьей именно в тот суд, где находится судья. Документ, подтверждающий принятие присяги. И справку об отсутствии гражданства СССР. Далее идут описания мнимых законов РФ. На них останавливаться не будем. Как сказано выше, этот документ обильно уже ходит. Многие его знают. На канале Антона он тоже имеется, поэтому здесь пока ничего нового. В таком виде он существовал ранее. Многие его подавали как запрос судье на подтверждение его полномочий. Но в теперешнем варианте ничего запрашивать не надо, потому что теперь это оферта. И так называемый судья сам уже должен решить, подтверждать ему свой статус или нет. Что же это предложение делает офертой? А вот эта фраза. Отказ от выполнения этого предложения будет являться акцептом. Понимаете? Конечно же, судья откажется выполнять это предложение и тем самым акцептует оферту. Акцептом, указанным выше, физическое лицо признает, что не является судьей, а другое физическое лицо признает, что не является помощником судьи. Далее пишем без ущерба, без оборота на собственность. Человек-собственник персоны, регистрируем в канцелярии суда, все, оферта отправлена судье.